Субботник – это добрая традиция наведения чистоты и порядка. Весну район должен войти чистым и уютным. Сегодня на территории Кашхабльского района прошел очередной субботник. Организатором данного мероприятия выступила администрация района. На субботник вышли все, кто изъявил желание сделать свой район чище и уютнее. Это трудовые коллективы бюджетных организаций и предприятий района. В результате проведенного мероприятия были очищены от мусора прилегающие территории организаций, улицы, парковая зона. Работники управления сельского хозяйства и администрация поселения очистили пастбище на северо-западной окраине аула. Следует отметить, что субботник прошел активно и во всех сельских поселениях Кашхабльского района.